Пятый уровень. Вон на килл за Камиля 2. Ну хорошо, хорошо, прогресс. Нужна хорошая клава. Нет. Нет, не троллирование, скорее всего, снап, а просто такой дизайн. О, шеп-прыжок. А, ну вот это троллирование. А, это два корнера, серьезно? Ну сейф не имеет смысла, я понимаю. Потому что я возьму очень простые. Такой упор это увидеть. Айванерам тяжело будет их пройти, даже... А, она наоборот везет, понятно. Так. Так, как мне прыгнуть-то? Не так. Ну, как бы, они все равно оценивают часто нормально. То есть, например, вот для Тинки и К3 легко, но он же не говорит, что это легко. Он говорит, что это сложно. Максимальный прыжок там не сделаешь. Коки. Оп. Чтобы уйдет. Нет ни одной Иваны. Не только боссы в этой игре сложные. Они сидели и ждали. Они просто вот сейчас... Ура, он затроллился, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ох.
лол. Я вначале вообще не понял, для чего ты этот файл кинул, потом понял, для чего. Тот самый прыжок, кстати, да, сейчас был. А, сейф автоматически, да? О, Rainbow Miku. И чё? Троллинг или чё? Неприятность. Ну да. У меня просто Twitch Alerts идет через СК2 TV Alerts. Вообще лалка. Да ну, что-то я думал еще чуть придвинуться. Блин, ну как я... Я даже не попытался пройти. Ну давайте. Да... Да ну... Ну это же легко. Ой, там ворота. Ну... сказал. Ну это можно было сказать, серьезно. Что можно сохраниться до шипов. Ну, как бы, ну это можно было сказать. Это как бы, ну лол. Ну ладно. Это мем, а нам это зачем нести, если это нифига даже не смешно, по крайней мере, ну непонятно же. Надо только понятное как бы заимствовать, а это какая-то чушь. Маленький делаю прыжок.
Саш, как ты туда прыгнуть? Что за фигня, я не понимаю. Правильной последовательности нажать. Да как? Ну как? А вот двух. Ой, вообще соскочил. Да ну, сейчас явно был не допрыг, но, блин, тяжело. Часов, да, 7 часов прошло, час. Всего-то. Из айвона без анкнаун, усиленный экран. Спасибо, Йогурт, спасибо. Это очень неожиданно. А, вертикально и направо вторым. Боги затащил. Вот сейф. Пантери Скарлет, короче. За 1:40 до грибочков дошел. Ну такой результат. Отмены им там, нам паты. Будет фестиваль. Я наоборот возвратом прошел. Там типа можно. Ну да, я так и подумал. Привет, РНГ. Да как это вызвать-то? А как это вызвать-то? Ну. И чё? Понятно, в ту дырочку надо. Окончание слова first, типа первый. Фух, сейф. А как? Ну что за ловушки пошли?
А, автосейв. Ура. Из I wanna visit diary. Мне еще это напомнило из Time Machine первый. Словить тайминг, когда нужно выпрыгивать. Что такое? Теперь это яблочко. Я на это яблочко-то вообще не смотрю. Есть. I wanna be the... Пиф. Не спеши радоваться? Как это не спеши радоваться? Я взял сейф. Почему я не должен радоваться? Я уже радуюсь, потому что это прогресс. Как бы неважно, дальше сложный экран или нет. То есть просто шипы, микрим, короче. Ну, какой неприятный прыжок. Это довольно жесткий, шипастый уровень. Буса? Это твое индивидуальное, абсолютно. Второго раза руки то. Нормально. Что? Да ну. По-моему, там вообще нельзя было умирать. Все. Пройден этот экран. И чего мне говорили? 7 часов, да, я тут буду сидеть? Ну, в итоге вышло, по-моему, где-то 2 часа. 2 часа на весь экран. Ой-ой-ой-ой-ой. Это. Ну, походу 32 пикселя становится по ширине. Ну офигеть, блин. Да жесть. Там шипы. Блин. Блин. После второго шипа, ясно. А, там три шипа, ну офигеть. Ну тогда нормально. А чё, вроде скорость такая же. А, там шипы опять, да лол.
Последний прыжок вообще не понимаю, как сделать что-то. Есть, 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 есть. Вы понимаете, что это значит? Это Good Level Design. А Good Level Design из какой игры? А значит, какой тут босс? Та-та-та-тан. А как долететь-то? Тупо. Потолок не убивает. Ну, мне по-любому придется без прыжка там проходить. Офигеть, да ладно. Я понял, надо с нижней ступеньки. Не умер. А, надо падать? Ну что ж... вот он, снова встретились. Мы снова с ним встретились. В боссе он занял у меня... сколько? Больше сорока часов, да, по-моему? Ой, не, или что, забыл уже. Ну, короче, что-то много. Да, по-моему, больше 40 часов. Блин, даже не верится, что я снова буду его убивать в первый раз. Такое чувство непривычное. Ну ок. Да, походу в него стрелять не надо. Но это удобно, потому что когда ты рестартишь, он сразу не начинается. Да, лол. А это тоже не рандомно? Что-то странно. Ё-моё. Да ну давай же, ну. Как? А как? А как? Надо направо сразу бежать, типа, прям сразу по Симарио. Да ладно. Как? Ну я же не успеваю, лол.
есть. Аниме говно. Надо было стоять. Третье стоим. 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 Оу. Изи стал грин, короче, давай, все. Ну тогда я думаю 10 минут не имеет особого значения. То... Ну просто я уже вообще давно хочу заканчивать, уже, блин, ну пипец. Изи атака, короче. Так, значит тут надо налево идти, я понял, до конца. Ага, подпрыгнуть надо. Ну сейчас должен, по идее. Где? Ой. Теперь точно дальше. Именно проходить саму игру вряд ли буду. Но если даже буду, то тогда, когда я почувствую, что... Что мне уже как бы скилл как-то позволяет это сделать. Лол. Где пухи? О, нихрена себе. Пока страту не понял на это. Все, все, первая фаза, короче, готова. Все, первая фаза готова. Го вторую смотреть. Эблиенков, еще раз напишешь, кому-то пошел вон, будут санкции. Ну что? О, вторая стадия. Серьезно, сейв? Серьезно, сейв? Удаляй. И вы еще спрашиваете, какой Солгрин сложнее? Что-то
она специально тормозит там? Поехали. Ну улети, ну как он долго летел, пипец. Так, давайте пробуем. Самый низ. Ну нифига себе тут, офигеть. Нормально. Придется внизу переждать, потому что там слишком хреново нарандомило. Ну, есть. Away Dance. Пофигу, я сразу упал. А, в нее тоже умираешь, лол. Упал, ну я упал, ну блин. Ну. Ну что это происходит, ну лол, как я не умер, жесть. Как? Я не знаю. И где какое там черное яблочко должно полететь? Что за чушь? С каждой моей смертью на Вайденсе где-то улыбается один Гоги. Охренеть, что за жесть? Привет, дед. Ну, я разворачивался сразу, как оно идет за мной. Ну все, я понял, сейчас слишком. Я вот надо было на предыдущий разворачиваться. Так, два выстрела, три выстрела, четыре выстрела. Да.
И как? Я же ничего не прыгал, ничего. Ваша страда не работает. Оно прилетело за мной, я за ним пошел, меня убило. Раз, два, три, четыре. Ох, жесть. Я упал. И чё? Вообще песня не изменилась. Вы хоть слышите? Она вообще не изменилась. Где? 3, 4. Почему не пошло? Ну я же все делал точно. Да ну прыгай, просто прыгай. Ну что за... Дурацкий шифт. Чуть-чуть меньше ждать. Там такой тайминг ловить. Я шатал это. Там надо меньше ждать. Я ж больше ждал, в тот раз меньше ждал, меня все равно убило. Сейчас дольше ждал, меня все равно убило. Какой там идеальный тайминг надо. Все-таки раньше надо еще. Не, все-таки надо практически за ним идти, походу. Так как? Когда идти? Какой тоненький там тайминг, чтобы пройти. Какой тоненький там тайминг. Раньше, до середины четвертого кубика. Да вроде же правильно. Да что такое? Ну я по стратегии сейчас вроде сделал. Ну-ка, сейчас надо проверить. К2 начал, даже больше не проходил. Что-то странно. Ну да, как минимум Камелия есть, но и не только.
есть. Что является хитбоксом? Сам самолетик, да, на этот раз? Офигеть. Есть! Есть! С первой попытки третью стадию. Я не могу поверить. Я не могу поверить в это. Я просто это не могу поверить. Руки трясутся, жесть вообще. Офигеть. Как же я сейчас волновался. Жесть, я просто не могу это описать словами. Да, вот индивиз, вот это вот. Вот это вот, ты полностью прав. Десять часов пошло на Солгрена. 10 часов пошло на Солгрена.